редька зимняя, черная, среднеспелый сорт. Корнеплод массой до 250 грамм. Мякоть белая, плотная, сочная, с острым вкусом. Культура охладоустойчивая, требовательная к легким плодородным почвам и влаге, в особенности в период формирования корнеплода. Для зимнего употребления высеивать в начале июня. Оптимальная температура для формирования корнеплодов 15-20 градусов. Высеивать семена на глубину 2-3 сантиметра.